Оверштаг – это поворот, при котором нос доски пересекает линии ветра выше по ветру. Удобнее его делать из обратной стойки, тогда вам будет проще увести этот поворот, оказавшись в удобном для вас положении. Не торопитесь разворачивать винг. В противном случае вам будет тяжело поддерживать скорость и закончить поворот на крыле. Наберите достаточный ход. Направляя нос доски на ветер, перехватите винг и потяните новой передней рукой винг вперед, чтобы доска была параллельно воде и не касалась воды. Завершив поворот, добавьте тяги. Обратите внимание на то, что передней рукой, взявшись за винг в новом положении, вы должны потянуть его вперед, чтобы корпус был прямо. Это позволит доске быть параллельно воде и избежать касания воды. Встав на новый курс, добавьте тяги пампингом, доской и вингом.